Всем привет! С вами Time Games. Продолжаем проходить Mario LG 4. Не помню, как там дальше она называется. Но, в общем, это Mario LG 4. Вот, продолжаем искать вот эти штуки. Так, ну сильно парить я тут не буду. Не понял. А при чем тут нож? Что это, ножи что ли? Пистолеты? Ни хрена непонятно. Поэтому... Да, это ножи. Ножи. Открываем письмо. Ожерелье бабочка-молоток. Бабочку я видел. Ожерелье-молоток. Такое ожерелье есть с молотком? Так, вот ожерелье. И молоток. Ну, дрель бы лучше. Дрель-то я вижу. Молоток. Запрятали куда-нибудь, как всегда. О, вообще методом тыка нашел. А, вот эту штуку, так вот она. Штурвал. Так, чё, штурвал сюда? Воткнуть. Нет. Идем в каюту. Тут что-то тоже интересное есть. Судя по темным пятнам с полки, что-то пропало. Что бы это могло быть? Не это хреновина. Так, морской герб. В общем, здесь чего-то не хватает. А тут у нас пароль. Пароля нет. Входа нет. Ну-ка. И чего? Какой же порядок правильный? Я более не знаю, какой. С четырьмя драконами этот герц смотрелся бы гораздо внушительнее. Понятно. Так, что тут у нас? Здесь слишком темно, надо зажечь и вторую свечу. Огниво. Так, что теперь? Чё это вообще такое? За миниатюра корабли на плавании. Надо, чтобы тени, что ли, совпали. Так, ну-ка сброс.
Короче, какая-то бредятина. Ладно, дракона забираю и сваливаю отсюда. Рыбка. У нас еще лупа. Может, для колки льда. Какой правильный-то порядок. Вниз, вверх, влево, вправо. Хрен на тебя. Так. Банка соли. Ты испугаешься соли, нет? Что-то не то. Что я такое нашел? А, какую-то фигурку опять. Давайте воспользуемся советом. Ага. Вот она чего. Иди сюда, мой белый хлеб. Вниз. Влево. Влево. Справа. Справа. Вверх. Дракоша. Отмычка. Давай, детектив. Ууу, как здесь пыльно. Куда они делись? Может, здесь есть еще одна дверь? Носки висят. Похоже на очертания пиратского символа. Это мы и без вас поняли. Статуэтка. Так, еще не хватает одной. Тут нужен пиратский символ. Ага, вот куда они ушли. Все понятно. Сломать этот замок у меня вряд ли получится, зато его можно растворить. О! Нифига себе. Так, что это? А, ну, что нужно найти, что ли? Сердешко, ты где? Листок. Дракон. Дракон, иди ко мне. Так, остался один дракон. Что еще здесь есть интересного? О, что это? Рыбешка. Ну надо рыбешку-то. О, без колесика я не могу сдвинуть. Понятно.
Рыбешку сейчас давайте скормим. Вот этому зверьку. Что это за зверек? Я забыл. Статуэточка. Так. А статуэтки у нас не хватало где? В каюте? Чё, не так что ли? О! Пиратский символ. Колесико. Колесико. Езжай давай. Правитель чернил. Да. Да, я могу. Кольцо. Так, паролик, паролик. Нашли мы от кнопки нолик. Так, это сюда. Берем символ короны. Какие-то нам символы в этой игре дают. Так, паролик. Паролик, паролик. Так, тут чего еще? Ладно, пока ничего. Бежим за пароликом. Где у нас пароль-то? Уже здесь. Конечно. 48-91. Ну? Он чё, сам даже вводится? Офигеть. Так, убираемся тут. Ого, тут аж проход целый. Тайная комната в Нарнию. Так, кольцо, печатка. Это у нас проявитель чернил. Ладно, в Нарнию пока сходим. Так, эту комнату заперли неспроста. В ней явно должно быть что-то интересное. Например, кубик, кубик. Ой-ой-ой, сколько мне всего надавали. У меня даже голова кружится от этого. Морской герб. Тут, наверное, какой-то герб нужен. Типа вот этого. Но нам не хватает одного дракончика. Поэтому отлаживаем пока все это дело. Сифон с водой. Так, символ короны, понятно. Без корабля в кругосветное плавание не отправишься. Ну, это логично. Так, давайте, знаете, что сделаем? У нас есть кубик, и мы сможем его использовать в игральном зале. Вот здесь. Так, вот теперь у нас есть символ короны. И мы можем в Нарнии открыть вот этот сундучок или как это? Шкафчик. А вот и дракошка.
которой можно поиграть немножко. Так. Интуитивно по глазам, наверное, надо выбирать. Красный. Желтый. Синий. Зеленый. И сюда его. Тут у нас кислота. Так, а кораблика у нас нет. Кораблика нет. Нам надо там замочек растворить кислотой. А где-то у нас было? Где-то вот здесь вот. Да тут бы, блин, и дерево тогда растворило. Ой-ё! О, нет! Она была всего в шаге от меня. А теперь мне придется искать способ, как выбраться отсюда. Так, судовой журнал. Похоже, бортовой журнал можно открыть перстнем печаткой. Давайте откроем. О! Письмо порванное. Милая моя жена, теперь я знаю, что морского потрошителя не существует. Финч спланировал весь этот обман. Я уверен, что в Англии у него есть влиятельное сообщество. Все? Нет, еще чего-то. Корабль Мэри Роуз, груз 5000 фунтов стерлингов. 200 бочек перца, пищи и воды для судовой команды. Экипаж 70. Почетные пассажиры. Его светлость герцог Реддингтон. Пункт назначения с остров Святой Маргариты. Так, дальше листаем. Герцогиня была права с самого начала. Интересно, кто же этот сообщник из Англии? Это спички, по-моему, да. Это они. О, что это? Кто ты такой? Веселый бородач. Где я? Что случилось? О, простите. Я вас не заметил. Герцог Реддингтон к вашим услугам. Нифига себе. Последнее, что я помню, то, как отправил послание в бутылке с нашего тонущего корабля. Была ужасная буря. Маяк на острове погас, и наш корабль налетел на скалы. Я думаю, что странная буря и маяк как-то связаны. Судьба дала мне редкую возможность узнать, что со мной случилось. Я говорю вам до свидания, и надеюсь, что скоро мы снова встретимся. Блин, но с призраками-то мне бы не хотелось встречаться. О, ну хоть за это спасибо. А теперь очередная тыкалка. Я тебя понимаю, конечно, все это можно, так сказать... искать по предметам, смотреть, но для записи это вот очень долго и неинтересно смотреть вам, дорогие друзья. Так, что там, письмо, игрушечный поезд. Ну, поезд я должен заметить. Письмо. А письмо-то... А вот оно. Так, чё это? Какой-то... Какой-то вот совет.
Так, мы нашли уксус. Так, эти кусочки слишком мелкие, не разглядеть. У меня же есть лупа глаз. Так, и чего? Не понял, что тут надо сделать. Или что надо цветы одинаковые найти? А, да. Одинаковые цветы. Так, не то. Она нет. Она. Ну и все, нашли мы. Так, я вижу какие-то следы, наверное, написано невидимыми чернилами. Так, а у нас есть какая-то штука? Проявитель чернил. О, инструкция по изготовлению бомбы. Нифига себе. Так, ладно. Пока отложим. Все действия. Ага, это у нас. Угу. О, где-то я видел это. Золото! Золото, я хочу его. Дайте хотя бы один слиток. Нашли сахар. Так, рецепты. Зачем кому-то понадобилась эта страница? Так, первое. Сахар. А, понял. Банку надо поставить сюда. Сыплем сахар. Так, затем заливаем вот этой уксусней. И третья вот эту вот штуку. Взрывчатка. Фитиль. Так, где это? Взрывчатка. Фитиль. Спички. Так, что у меня осталось? Сифон с водой и часть глобуса. Ага. Идем в глобусню. В глобусне. Где у нас он был? Был. Где-то он был. Так, где у нас он был? В баре, что ли? А давайте воспользуемся советом, чтобы не бегать то сюда. А, он в тайной комнате был. О, какая-то загадочка.
так вот. Так. Ого, ничего себе. Не-не-не. Вверх. Вверх, 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 влево. Ага, только вот так. А куда нам? Может сюда? Да, я нашел клад. Так, плавник я получил в награду. Выходим из Нарнии. Следуем какуле злобной, или кто это, я не знаю. Какая-то тварь, еще и живая. Ого, вот это... Переключатель. Идиоты! Вы думаете, вам удастся уйти? Я отправлю вас на морское дно. Никто не посмеет встать на моем пути. Вот она, сучка. Она подставила Ребекку, или как ее там... Значит, то это загадочный сообщник герцогиня, с ней я позже разберусь. Сначала мне нужно потушить огонь и освободить Ребекку. У меня есть сифон с водой. Так, для начала я проверю, что здесь есть. Ничего нет, кроме Ребекки. Спасибо, вы спасли мне жизнь. Нельзя терять ни минуты. Моего жениха Альфреда арестовали. Они думают, что он морской потрошитель. Догоните герцогиню, а я присоединюсь к вам позже. Сначала нужно увести корабль в безопасное место. Так. У нас все исчезло, так что будем набирать... Всякие штуки другие по новой. Так, нужно спустить шлюпку на воду. Но без ручки не получится. А с ручкой все получится. Когда с ручкой все получается. Так. И куда мне нужно приплыть? Вы бы хоть сказали мне? А, вон Икс красный. Ну, ни хрена себе. Ой.
Пустите меня. Я хочу сюда. О, я приплыл на остров Черепа. Как в Кинг-Конге. Пиратская пещера. Здесь наверняка можно найти много интересного. Так. Скрещенные мечи. Но не хватает головы. Так, это то же самое. Так, черепок. Без глаз он совсем не работает. Так, пиратская подвеска. Даже для предателя это слишком жестокое наказание. Как только предатель окажется в наших руках, мы преподнесем ему этот подарок. Так, что с ним надо сделать-то? Как его освободить? Пока я не знаю как. Я чувствую легкий ветерок, определенно там что-то есть. Так, это бандана, черпак. Так, давайте проверим, что наверху. Герцогиня приказала нам найти предателя, поэтому нужно избавиться от губернатора и захватить его. Но он коварен. Думаю, он легко будет справиться с ним. Так, они направились в крепость. Думаю, лучше пойти за ними и понять, могу ли я разрушить. Планы. Теперь, когда эта тюремная крыса Альфреда не стоит у нас на пути, красные мундиры точно оставят нас в покое. Мы ожидаем, что все пойдет как по маслу. Так, это что такое? Для этой шкатулки нужна подходящая ручка. Может это? Так, тут нужна ручка. Все понятно. Так, нижняя палуба. Это типа обратно, что ли? А, нет, смотрите-ка. Это какой-то трюм. Ведро. Ну-ка, пошли все вон. Так, как залезть наверх? Ручка же у меня теперь есть. Есть. Часть картинки. Опять какие-то пазлы. Это пальто кишит муравьями. Может отвлечь их какой-нибудь приманкой? Нужна какая-то приманка. Так. Я могу восстановить картинку, когда соберу все кусочки. Так, пока смерть не разлучит нас. Ого! Ничего себе! Рад снова приветствовать вас. Как вы оказались здесь? В самом логове морских волков.
Эти воды унесли много жизней. У меня странное чувство, что за всем этим стоит губернатор. Он настоящий монстр. Я надеюсь, что моя бедная жена не пострадает. Так, он все еще считает свою жену невиновной. Придется доказать ему обратное. Так, это что у нас? Часть дверного механизма. Так. Ну что же, давайте сюда. Метод научного тыка. Так, тут вот как. Ух ты, как тут все запущено. Не хочу останавливаться вот на таких именно головоломках очень долго, поэтому использую все, чтобы использовать, все, чтобы пройти это как можно быстрее, потому что к сценарию это не имеет никакого отношения, я уже говорил об этом. Мне тут важен сценарий, как думаю, в принципе, и вам, смотря мое прохождение. Когда играешь, это одно. Можно тут посидеть, поковырять. Но когда что-то долго не можешь найти, и это бесит, просто нажимаешь, и оно находится. Так, ножницы. Вот, ну что это такое? Какашка какая-то. Я король Родео, мне поклонялись минобойцы. А здесь я отлит из металла. Кто тут? Вот этот что ли? Рогач. Брелок из сундука. Так, а его куда-то можно было применить? Где-то я видел. Где-то я видел это. Так, тут что, кроме муравьев никого нет? Черт с вами. Что за шляпа пирата? На дне колодца что-то есть, но прыгать туда совсем не хочется. В общем, у нас есть ведро, но нам нужна какая-то веревка по-любому. Или что, нельзя? Бросить ведро вниз это одно, но его нужно еще и подтянуть. Ну да, конечно. Веревка нам нужна. Так. Тут что за пойло? О, нет, я руками не полезу туда. Черпак есть. Так, у нас есть рыбьи кости. Пожалуй, я не буду... А, ну нужно потушить. Потушить нужно, все понятно. А тут у нас лопатка есть. И какой-то механизм. Текс. Так.
Короче, какая-то трихомудия опять. Так, путь открыт. Брелок от сундука у нас где-то был до этого. Так, брелок от сундука. Что, рыбьи кости, что ли? Смотрите, точно. Так. Рубиновые глаза. Я могу примагнитить эту решетку. Но магнита у нас нет. Так, а, вот он, сундучок-то. Хвостун, тащи добычу с последнего корабля в пещеру. Возьми с собой несколько матросов. Сложи это к остальной добыче. Кораблик, один из трех. Слабовато. Бандана. Так, что туда, что ли, идти? В крепость? Не хочу я в крепость. Лопаты, что ли? Ничего. Так, эмблема Кракена. Что-то у меня вообще всего не хватает. Кто-то пытался вытащить все драгоценные камни из этой подвески. Не хватает, короче. У меня ничего не хватает. Так, давайте воспользуемся советом. Ну да, я так думал, что нужно идти туда. Уйё. Мне нужно спустить груз, чтобы заглянуть внутрь. Каминные щипцы. Я вижу внутри задвижку, ее можно поддеть чем-нибудь тонким и длинным. Может, своим чем-нибудь. Песок завалил люк в подвал. Пора его выметать. А у меня нету ничего такого. Лопатка только. А, подходит. Ну и хорошо. Среди нас есть предатель. До тех пор, пока мы его не схватим, этот подвал будет закрыт. Ну что же, дорогие друзья, на этом наша серия подошла к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Time Games. И всем пока, до следующей серии.